вот законодательство запрещает символы всякие. Да кто их нахуй запрещает? Та одевайте свою георгиевскую ленточку, кто тебя тут нахуй тронет. И наливайте 100 грамм пей за своих дедов, он с Белой Калитвы. Пишет какую-то хуйню. Герман, не переживай, блядь. Приезжай, на Украине можно ходить, хоть чем. Нравится тебе, блядь. Сейчас не эта проблема в ленточках, я сам противник. Хочется кому-то хоть что, блядь, носит на себе, на башке. Сейчас, блядь, жрать не за что скоро будет, блядь. Пенсии, блядь, нахуй, зарплаты, блядь. Вот это главное, и война, блядь. Вот это надо закончить с этой хуйней. И все, у нас проблемы не надо, в языках, в ленточках не надо, это, блядь, для богатых и для правительства сегодня. Проблема, как нас, блядь, разъединить. И похуй мне, если будет украинский флаг здесь у тебя, это, блядь, георгиевская, блядь, твоя байда, да ебать я уру. У меня отец тоже ветеран боевых действий, я что с него, срывать буду? Да нравится, пускай. Ну я, как политик, ну может не одену. Ну хер с ним. У моего отца, кстати, та же медаль, блядь, где за победу 45-го года. Она же тоже там георгиевская эта лента. Да и хуй, пусть носят, блядь. Успокойтесь вы теми нахуй лентами, блядь. А это сегодня специально для политика. Вот как нас, блядь, с языками сталкивали, так сегодня, блядь, с этими лентами. И не это главная проблема. Она будет на 30-м месте, если в перечень взять. У нас первая, блядь, я же говорю, война, потом, блядь, пенсии, нищета, зарплаты, блядь, там, еще там масса проблем. Кличко тут чудит, блядь, ёптая мать, такое городит, что мама не горюй, блядь. Поэтому тут и в наших регионах. Вода была горячая, холодную надо нагреть. Ну так правильно. А ты как хотел? А как она станет горячей?